Еще раз добрый день. Сегодня предлагаю показать, как справиться с водой, разлитой на полу. Пылесос или электрическая швабра от компании Derma. Это модель VX, ну, DEM VX 95W. Полностью контейнер достаточно большой для воды, но предлагаю все-таки чуть-чуть разлить и посмотреть, как, насколько он быстро справится. Если честно, здесь видно то, что на полу у нас есть грязь, крошки. Разливаем мы нашу кружку с водой. Ну и включаем режим всасывания. Автоматический режим. Режим всасывания воды. Выключено. Видно, не видно. Временно очистите трубу и резервуар для сточной воды. Пол. Я сказал бы, что совершенно сухой. Есть небольшие разводы, но если сравнивать с сухим полом и там, где вымыло, развода почти нету воды.